Вітаю вас, мої маленькі друзі, у своєму чарівному лісі. Сьогодні вівторок, і ми завітали у гості до дуже талановитого митця Ксенії Сергіївни Доброчинської. Зараз вона зі своїми маленькими помічниками розкриє для нас секрети малювання. Тож готуйте всі необхідні матеріали. Починаємо творити. Здравствуйте, ребята! Я Ксения Сергеевна и моя помощница Сонечка. Сегодня мы будем рисовать морскую тему, как мы провели лето. Ты была на море? Да. Нарисуем сейчас это море? Да. Хорошо, давай. Нарисуем линию горизонта. Давайте посадим русалку нашу. Да. Я хочу нарисовать крабика вот тут, вот на переднем плане. Давай. Он будет большой такой, щупальцами. В середину кого мы посадим? Черепашку можно, да, плавущую? Или можно сделать, тут она будет, или можно сделать рыбок разных всяких. Кружочки, где будет туловище рыбок. Чтобы нарисовать крабика, мы нарисуем круг. Теперь нужно нарисовать щупальцы, как у нас будут идти у крабика. Рисуем верхнюю таким вот образом. Верхнюю будет. И тут точно так же. И ножки нашего крабика. Такой на маленьких ножках стоит. Тут можно сделать щупальца. Сделать какие-то глазки. Такой смотрит он туда на русалочку. И улыбается. Довольный крабик. Рисуем нашу русалочку. Здесь у нас будет голова. Это круг. Рисуем, намечаем голову. Тут будет туловище. Тут будет наш хвостик. Когда наш рисунок готов, можно приступать к раскрашиванию. Если в локальных цветах из тюбиков нету такого цвета, как вам необходим, как вам нужен, то можно его смешать на палитре. Thank you.
Вот такой вот рисунок у нас получился. Рисуйте, как вы провели свое лето, как вы отдохнули на своем море. Вы свои красочные рисунки можете приносить по адресу площадь Советская, 25, и они обязательно попадут к солдатам, которые защищают нашу Родину. Наше сегодняшнее занятие окончено. До новых встреч!